Кто это тут у нас едет? Сам. И на ножках даже нету резиночек. Всем доброе раннее утро. У нас сейчас 5:20. Давидульку нашу, может, еще не спится? Нет. Встал в 4, чуть позже 4. Уже приволок мультики просит. Наверное, в туалет захотел. Не знаю, в общем, сел, пописал и не уснул. Да, Давидуль. Еще и сам мультики. Что, мультики уже включаешь? Ну, включай. В общем, так рано мы проснулись, нам еще сегодня к логопеду на массаж. Последний день. Разблокировай экран. Разблокируй. И язычок прячь. Ой, в общем, сейчас будем жарить оладушки тогда. Заняться все равно больше нечем. На улице еще сильно светло, уже солнце во всю светит, поэтому, думаю, он и не смог уснуть. В общем, будем завтракать. Мне еще надо сходить на рынок как раз. Да, разблокировал экран. Иди, включу мультики. И будем готовить оладушки вкусные. Но не оладушки, а панкейки. В общем, сейчас вам покажу рецепт новый. Недавно буквально по нему сделал. Да, мама будет жарить. Так понравились всем, и Давиду, и мужу. В общем, сейчас вам покажу. Давай включать мультики. И для шоколадных панкейков нам понадобится молоко, вообще немножко, мука, сахар, яйца, какао, разрыхлитель и щепотка соли. И все. Ротик закрывай, Давидуль. Помогать будешь маме? Давай, сейчас будем готовить. Сейчас вам покажу, как они делаются. Получатся очень-очень вкусные, пышные. А у Давида тут новый мультик, да? Так ему сейчас нравится. Называется там «Дима и машинки» канал, по-моему. В общем, тут мальчик ходит, ремонтирует машины. Давиду так нравится это смотреть. Да, Давидулькин? Да. Еще и будешь маме помогать, да? На самом деле все очень легко и быстро делается. Нужно смешать 2 яйца, 100 грамм сахара. Ну, не в сильную пену взбивать, а просто перемешать. Как обычно, полный рецепт я оставлю в описании под видео. Дальше мы добавляем молоко. Также все быстро перемешиваем. Я уже добавила муку, какао, разрыхлитель. И все это нужно хорошенько перемешать. Вот такое тесто у нас должно получиться. Ну, Давидуль, подними венчик. То есть оно должно свободно стекать с венчика. И сейчас будем жарить. А, еще я добавлю буквально столовую ложку растительного масла, но у меня, так как плохие сковородки, может прилипнуть. Если у вас сковородка хорошая, то добавлять не нужно. Вообще жарить панкейки нужно на абсолютно сухой сковородке, но так как она у меня уже плохая, я уже говорила, я немножко капнула масло, буквально одну капельку, и вытерла салфеткой. Вот, нужно разогреть на среднем огне немножко сковородку, поставить огонь практически на минимум и вылаживать тесто посередине. Ну, так где-то я, наверное, 1,5 ложечки буду ложить. Ну, тут вы уже смотрите, какой размер вы хотите. И жарить нужно, пока сверху не появятся пузырьки и не начнут лопаться. И так вот, видите, начали появляться пузырьки, они начали лопаться сверху весь в дырочку, такой наш панкейк. И это значит, что можно его уже переворачивать на другую сторону. И вот посмотрите, какие получаются пористые, воздушные панкейки, все в дырочку. В общем, очень вкусные, очень нежные. Сейчас Давидушка уже будет кушать, я себе грею кашу и будем завтракать. Масика там смотришь? Ну что, вкусные оладушки, Давидуль? А ты покажи маме, где ты оладушек кушаешь. Макнул сметанку. Кушай.
вкусно? Так, я тут пришла с почты, хотела бы показать вам свои новые крема. В общем, те, что я заказывала, корейские, мне, в общем, не подошли. Но я, наверное, в следующем видео уже расскажу, чтобы это было, не было таким длинным конкретно, что на что у меня была аллергия. А это, получается, сейчас у нас на розетке, кто с Украины, можете посмотреть. Виши такая миниатюрка по акции, всего лишь 260 гривен. Об этом я узнала на канале Светланы, она тоже у нас в городе снимает, в Сердонецке. Оставлю ссылочку в описании. Если вам будет... Что такое, зайка? Сейчас пойдем. Если вам будет интересно, пройдите, посмотрите. Она снимает влоги практически каждый день. У нее трое деток. Ку-ку! Мама показывает свои крема. В общем, ссылочка будет в описании под видео. Светлана, спасибо, что показали такой наборчик. И я его сразу себе тоже заказала. Ну, немножко другой. У меня это идет заряд с увлажнения для вашей шкиры, в общем, увлажнение. Там есть разные для подтяжки кожи. Вот, сейчас покажу вам, что там лежит. Давай, давай, открывай. Правда, знаете, мне не очень понравилось. Вот здесь вот она такая белая, вроде косметичка симпатичная, но она какая-то грязная по бокам. Давай. Давай, открывай, мама держит, а ты тяни. Еще и косметичка, кстати, в подарок. Давай, давай, держи и тяни. Ссылочку я оставлю, вдруг там еще по акции. Даже если оно не по акции, оно там стоит, в общем-то, недорого. Давай, доставай. В общем, первое, что мне попалось, это шампунь с комплексом прокератин для реконструкции поврежденных и ослабленных волос. Объем 6 мл. А ну, покажи, что это. Это мицеллярная вода для чувствительной и кожи лица и глаз. Я надеюсь, она мне подойдет. А, она тут запечатанная. В общем, сейчас открою, еще понюхаю. 100 мл. В принципе, объем нормальный. Что там еще есть? Это гель. Он увлажняет, повышает... Ку-ку! Что я сказала? Давидуль, ты меня сбиваешь. Увлажняющий, в общем, гель. Ку-ку! Ну, скажи что-нибудь. Не скажешь? Объем здесь 15 мл. А ну, давай откроем. Подожди, давай мама тебе поможет, а ты откроешь. Вот, тут, тут давай, открывай. А то маме одной рукой неудобно. Давай, а ну-ка. А ну-ка ты открывай. И что у нас еще? Это кремушек небольшой, тоже 15 мл. Но это не крем, а крем-гель для глубокого увлажнения тоже кожи. Надеюсь, мне все это подойдет. Я, честно говоря, Виши никогда не пользовалась. Первый раз. Поэтому решила взять миниатюрки, потому что уже целое не покупать. Но... Крем вот такой, практически прозрачный. И запах тоже очень-очень-очень нежный. Мне нравится, что оно не резкое. Запах не резкий. Ну, нанюхай. Пахнет? Ну, чуть-чуть пальчика можешь взять. Чуть-чуть только. Все, мажь себе щечку. Вот так язычок прятать надо. Мажь щечки. Ты мой красивый мальчик, да? Умничка, да. Ты куда пришел? Язычок спрячь. На грузовик смотреть, это у Давида новое занятие, да? Сейчас каждый вечер ходит за магазин смотреть на большие грузовики. Как они выгружают товар, да? Ага, вот так приехал дядя. Потом чем дядя закрыл замочек? Нет, первое. А потом... Ключи, да, он говорит, и это ключи, держи, вот. Нет, камеру я тебе не дам. Ты, а что ты с собой взяла? Машинку покажи какую. Вот, Лёва, грузовичок. А еще нам Ольга Митрофановна, логопед, наклеила тейпы на щечки, да, тут и тут на выходные. Да, такой красивый мальчик. Не, сдирать нельзя, надо в них ходить. Ротик закрывай. Да, закрывай ротик. Да, потом поедет грузовик, да? Да. А пока мы смотрим, что он там выгружает, грузовик. Мясо. Смотри, дяди носят. Да? Ну, сейчас закроют, когда выгрузят, да. Тогда мы стоим тут по полчаса, ждем, пока все выгрузят, и машина не уедет. Да, Давидуль? Так я ему говорю, поехали налить на площадку. Он говорит, не, показывает сюда. Да? Знает, где уже магазин тут рядом с домом с нашим. Да. Давай маме. А кто это тут у нас едет? Сам?
И на ножках даже нету резиночек. Да и смотри вперед. Да. Склон. Давай, поехали. А ну-ка давай. Поехали. А ну-ка показывай, как ты умеешь. Вот ты мой чемпион. Давай, давай. Шо ты, куда ты смотришь, Давидушка? Давай, едь. Птички, да, летают. Послушай, как птички поют. Ой, баба. Язычок спрячь. Куда? Нет, первая К. Домой пришел к себе, да? У нас уже вечер, 10:30. Дождик на улице идет. Мы решили съездить, посмотреть, как тут наш ремонт. Да? Рядулик. У нас тут уже такие видимые изменения. Муж с братом полностью перетерли всю ванну. И на стенке плитку и на полу. Тут унитаз убрали, уже раковину убрали. Раковину хотим новую. И зеркало тоже новое. То, я не знаю, сейчас вставлю вам фотографию. Здесь же было, получается, такое ярко-синее. Вот эти швы. В общем, было некрасиво. Сейчас вообще так красиво. Как вроде новую плитку положили. Еще здесь новое зеркало. То зеркало было плохое, оно искажало. Там еще и камушки были по бокам. В общем, тут только хотим такие ободочки белые, деревянные. Да что ж там такое? Писить хочет. А писить некуда. Папа вот унитаз наш тут вымывал. Сам бедный. Да, папа? У нас тут с каждым разом все инструментов все больше и больше. Какой-то ужас, то у меня некоторые спрашивают, почему мы не переехали и потом делали ремонт, живя здесь, потому что здесь просто-напросто негде было бы спать. У нас вот так вот две комнаты, все завалено. Все вот такой ужасной пыли. Я не знаю, сколько мы тут будем ее вымывать. Это просто ужас. Вот, смотрите, сердечко. Также из нового нас тут поменяли уже вот эту одну трубу. Решили эту не менять, она, в принципе, хорошая, они ее недавно не меняли. И батареи тоже пока менять не будем, потому что это дорого выходит. Получается, одна секция новая, 250 гривен, то есть это нам хотя бы как минимум сюда и сюда надо. В общем, пока менять не будем, просто поменяли вот эти краники, краники поставили, как они называются, в общем, не знаю. И тут еще будут пластиковые маленькие трубы, чтобы потом, если уже захотим менять саму трубу, в общем, открутить легко. И поменять. А так мы их просто помоем, зачистим. Ой, смотри. И покрасим. И в нашей спальне тоже. Они вообще тут не красились. С этой стороны вообще ужасно страшные батареи. Их, в общем, никто не красил, и пыль с них никто не протирал. Лет 15, наверное. 85-го года. В общем, такая у нас уже тут красота. Я надеюсь, мы успеем за месяц. С машинкой у нас тут тоже немножко беда, потому что здесь она каким-то образом проржавела у них. И сзади вот здесь я смотрю потеки. Еще и снизу она там немножко сгнившая. Еще не знаю, тоже будет разбирать или смотреть, не знаю. Что с ней делать? Ладно, пойдем мы уже домой. Немножко подышим свежим воздухом. Да, Давидулик? Все, давай говорить всем. Спокойной ночи, давай. Будем говорить. Всех целуем. Как целуем? А ну, сделай воздушный поцелуй. Давай, давай, делай. Нет, мама ждет. Делай воздушный поцелуй. И губками пока. Еще раз. Пока. А потом пока. Всем спокойной ночи. Пока-пока.